экспресс-обзор вот этих двух красавчиков. Это замки от компании Samsung. DH537 и DH538. Это стандартные врезные замки со своей ручкой. То есть они устанавливаются на место уже существующего механического замка. И, соответственно, и внутренняя панель, и внешняя панель, и сама врезная часть, конечно же, идет в комплекте. Это замки практически одинаковые, но с несколькими различиями в функционале. И, значит, на 537 модели у нас есть медного цвета боковина, которая подходит идеально к светлым дверям. 538 у нас сейчас в наличии в черном цвете. Значит, по функционалу у 537 модели есть и способы открытия. Это карта и пароль. У 538 это сканер отпечатка пальца и, соответственно, тоже пароль. Значит, как работает карта? Нам достаточно активировать панель, приложить карту, и замок открывается. При помощи отпечатка пальца мы закрываем дверь, замок за нами сам закрывается. Ну и теперь, соответственно, чтобы открыть дверь, нам нужно просто приложить палец к сканеру. Все, сканер реагирует очень бодро, очень быстро считывает отпечаток пальца. Значит, если у нас вдруг садятся батарейки, у нас есть вот эти внешние контакты на этих двух замках, то есть достаточно приложить крону, и замок откроется, хотя в среднем батареи хватает примерно на год. Даже если нет под рукой кроны, вот здесь внизу, в нижней части замка, сейчас покажу вам, имеется личинка механического ключа, то есть каждый электронный замок оборудован всегда механическим ключом, и в экстренных ситуациях его можно открыть механикой. На внутренней панели есть ручка антипаника, то есть когда замок закрыт, выйти изнутри очень просто, достаточно просто нажать на ручку, и, соответственно, дверь откроется. Здесь у нас отсек для батареек, кнопка для программирования, изменение уровня звука, то есть будет тише или громче, и, соответственно, механическое и автоматическое закрывание. То есть при механическом запирании вам нужно будет просто нажать на экран для того, чтобы замок закрылся. То есть он не будет автоматически за вами сам закрываться. Вот такие две модельки. Они идеально подходят и для офиса, и для дома. Во-первых, потому что запоминают, например, 538 до 100 отпечатков пальцев, 537 до 100 карточек. И вообще, по нашему мнению, в своем ценовом сегменте и вот в этом элементе с классической ручкой, данные модели – это эталоны электронных дверных замков на сегодняшний день. Очень стильные, очень надежные. Поэтому мы считаем их просто лучшими в своем сегменте. Сейчас на них будет действовать специальная цена. Пишите в директ, задавайте вопросы. Будем рады ответить. Всем пока!